Всем привет! Сегодня у нас будет прохождение кошмарного подземелья 7.6 на 3 звезды. Покажу вам, как его возможно пройти, какой есть нюанс. И подберем пару интересных составов. Так, ну вот такой вот у нас будет состав. Валентина, Сажевой у меня, Ремка 5, Смерть, Бог войны. Ну, стоит воодушевление, можно в принципе поставить Бастион, давайте поставим бастион сюда, найдем. Потому что в предыдущем видосе там писали. Вот у тебя там топовые руны стоят, то-то-то. Ко-ко-ко. Поставим сейчас попроще руны. Эти подземки проходятся даже героями 10-10, там... Просто надо поднапрячься немного. Так. Где наша смерть? Валька, смерть. Анубис. Тыкву давайте поставим. Берс. Это мы отдельно протестим. Так, тыква есть. Такой вот ворожай. Купидон. В принципе, все. Нанимаем побольше юнитов. В принципе, нам две казармы должно хватать на один поход. Так, есть магия. Берем сюда ярость Ареса. Так, сейчас, секундочку. Как обычно, ничего не фармил. Сейчас бэриком отфармим немножко золота. Так, хранителя берем, иступление и метельку. Ну, стандартный набор. Так, есть. Давайте возьмем гелийскую магию. Бодрость и богатство. Так, кошмарка. Семь. Шесть, вот она. Что тут у нас есть? Есть анубисы, есть малышеники, есть ронины, которые для нас как бы больше всего делают, предоставляют опасность. А тут вот здесь, даже не знаю, как вам, я вам так не покажу, то надо мышку будет открыть. Есть тотем с Арктикой, вот где у нас башенки стрелковые уголком идут. Для того, чтобы наши герои туда не побежали, нам надо выманить хранителя с тенью и заморозить его вовремя, чтобы он не включился, потому что мы сольемся на отражении.
И сделай так, чтобы никто не забежал туда, и не активировать тотем с Ардикой, который нас заморозит и снимет бафы с нас. Ну и надо немножко будет оттянуть, но мы пока оттягивать не будем, в принципе у меня состав хороший. Основная проблема здесь это вот эти вот юниты. Тотемы тут вот спрятаны, поэтому надо выманивать. Так, и начинаем с тыковки. Раз, два. Вот видите, я выманил сюда и спамлю юнитами. Жалко, тыковка. Вот вам прохождение. Жалко, тыковку у нас, конечно, слили. Ну, в принципе, у нас отхила хватит, думаю, без проблем затащим. То есть это прохождение без донатными героями. У нас основную роль тут играет шапка, у которой нету кулдауна, она с Валькой очень хорошо взаимодействует, и Анубис, который тоже бьет по героям. То есть основная задача в данной подземке это быстро слить всех героев. Ну, что мы и сделали. То есть тут Анубисы очень большую головную боль всегда доставляли. Как видите, с первого раза затащили. Тут даже больше заслуга смерти, потому что Валька смерть хорошо заряжает. Ну, думаю, у нас минута осталась, мы успеем. Должны. Мы начинали с тыковки для того, чтобы она получила максимальный разгон. Ее сразу бьют все стрелковые, там башни, юниты, все что есть. И она сразу заряжается, поэтому в этом как бы плюс. И на тыковку надо ставить обязательно ангела, чтобы он сразу давал ей щит. Так как она первая, он сразу бафает ее. И она не будет у вас так проседать. Так, 38 секунд. Ну что, сделаем или нет? Ну, по идее, должны успевать. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Может и не сделаем. Ну, самая основная задача, чтобы здесь тыковка выжила. Она даст вам, будет давать разгон, вы без проблем это все пройдете. Ну давайте, давайте, 10 секунд, соберитесь. 6. Ну вот так вот, ребята. Ну это просто трешечок. Саму суть, я надеюсь, вы поняли. Как обычно, топ везения просто. Вы обязаны за это поставить по лайку. Так. Дальше. Давайте потестируем другой состав. Надо было еще, в принципе, юнитами поспамить. Ну да ладно. Саму суть я вам передал. Пройти можно. Тыкву оживили. Так, у нас уже максимум карточек. Теперь давайте вместо смерти поставим Вальку. Фу ты, Вальку, говорю, шапку. Тоже поставим ей берс. Тут я говорю берс. Сори, втыкаю. Бастион. Что там у нас на смерти стоит? Так. Джингл Беллс. Так, Рудика поставили. Ну, то же самое, в принципе. Только шапка бьет здание. Если смерть у нас конкретно, как и Анубис, бьет именно героев, то шапка у нас будет бить здание. Так, поехали. То же самое, стараемся
выманить сюда. Начинаем с тыковки. Вот видите, я немножко не успел. В итоге все мои герои сейчас сольются. Самое главное — быстро магию использовать. Если вы играете с компьютера, вы можете забиндить на Ноксе магию себе удобно, как хотите, как вам удобно, и клавишами ее использовать. Это экономит очень много времени, особенно в прохождении подземок, даже получше, чем вы там будете на телефоне проходить, намного удобней. Вроде игра мобильная, но большинство играют все-таки с компьютера. Так, раз, два, начиная с тыковки. Ускорялка, заморозили. Видите, у нас тыковка побежала туда, кто-то ему с Арктикой. Вот, мы не успели. Все-таки смерть более практична. Она не бьет здание, она бьет именно только юнитов. Ну, сейчас думаю, пару заходиков и с шапкой тоже затащим. Если нет, то значит тут все-таки рулят не донатные герои. Но это не точно. Так, кого-то они восстановили. Это, как обычно, Купидон. Так, сейчас их поставим, чтобы видно было всех. Вот Купидон почему-то слился. Странно. Видите, да, какой урон проходит? процент. Вот у нас жива тыковка. Или уже не жива. Не жива, но зато у нас есть шапка. А у шапки урон очень большой. Плюс ворожай. Мы и так затащим. Вот смотрите урон шапки сразу же. Миллион. Это просто жесть. Очень крутой герой для подземок. Вообще без проблем. 2 минуты даже осталось. Есть такой вариант, мы тоже посмотрели. Теперь давайте вариант поставим. Сейчас я подумаю, кого мы уберем. Так, Анубис у нас остается. Тыква, ворожай, Купидон. Давайте попробуем убрать Купидона и поставим сюда смерть. Ну, давайте воодушевление воткнем. Попробуем таким составом слить. По идее, тут они должны очень быстро разлететься, сейчас эти герои все. От такого состава. Просто нереальный состав по урону. Так, пополнить. Давайте немножко юнитов восполним. Так, есть, побежали. То же самое, раз, два. Выпускаем всех, морозим. Немножко неудачно. Видите, без Купидончика не так тыковка быстро разгоняется. Хотя, в принципе, тоже вроде нормально все. Но нет. Не успеваем немножко. Немножко не тот разгон. Сейчас больше юнитов возьмем. С Купидончиком, конечно, плюс сколько там у него? 65, по-моему, процентов урона. Разница очень большая. Ну, Купидон — это такой герой, который есть, я думаю, у каждого уже аккаунта, который сюда дошел. Так. Нарисуем юнитов.
Благодаря тому, что на хранителя выскакивает тень, на ней очень хорошо зависать в любой локации, там на битве гильдии, у кого хранитель стоит в дефе, если где-то с краю, это вообще просто подарок. Так, попытка номер два. Раз, два. Начиная с тыковки. Хранитель выбежал, заморозили. Ну и спамим юнитами. Ну, видно, заметно, что урон немножко не тот уже. И как видите, нас сливают. Не хватает нам тут Купидона. Поэтому давайте попробуем без Анубиса. Поставим Купидона. Интересно будет посмотреть на такой вариант. Конечно, он не очень хороший. Так, вместо Анубиса сейчас мы сюда. Тыкнем нашего кубчика. Поставим ему слона, пусть будет на нем. Еще такой вариант попробуем. У кого есть Минотавр, то в принципе можно Минотавра вместо кого-то, либо вместо смерти, либо вместо шапки. Это еще проще будет с Минотавром прийти. Так, то же самое. Раз, два, начиная с тыковки, всех выкинули. А тут, конечно, сейчас будет посложнее, потому что у нас нету основного нашего дамагера. Но, как видите, 67%, и мы затащили, фактически. Конечно, у нас тут некому бить. Но, опять же, смотрите, мы слили полностью всех героев. И без Анубиса даже прошли. Понятно, шапка есть. Конечно, было бы хорошо, если бы она выжила, потому что мы сейчас тут просто не успеем затащить, слить, но 72%. Что, попробуем? А вдруг? От хила у нас, в принципе, хватает. Главное, чтобы смерть сейчас не слили. У нее хороший дамаг. Все-таки, думаю, мы просто не успеем снести все здания. Ну, Цепелин по чуть-чуть, конечно, сносит, но не хватит, думаю, нам все-таки времени. Была бы шапочка, это вообще без проблем бы снеслось все. Ну, опять же, фактически, если позадротствовать, можно свободно пройти. Я вам там показываю за 2-3 подхода, как мы сносим. Вы можете там 10, 20, 30 подходов, если у вас будет желание, все-таки затащить на 3 звезды, потому что многие хотят, чтобы все полностью локация была закрыта. Позадротствовать и закрыть ее. Ну что, хотя бы 90% возьмем. Да, 90 взяли. Ну, как видите, просто времени не хватило. Так,
Такой состав показал. Давайте еще попробуем заклинать. Не, не заклинательницу, в принципе, смысла нету. Она на седьмых кошмарках, честно говоря, мне очень не нравится, потому что у ее духа не особо большой урон. Он так царапает. Это как Ронин с каменкой. Ну, сейчас затестим. Попробуем, конечно. Я пробовал, мне она не зашла. Анубис... Это да. А заклинательница что-то. Так. Есть. Магия. Вся. Давайте поставим. Вместо шапки поставим хранителя. Попробуем таким составом, что мы сможем. Раз, два, начиная с тыковки, заморозили и спамим юнитами. Ну, думаю, тут у нас ничего не получится из-за того, что у нас некому так быстро героев сливать. Видите, малышиники даже остались. Вот и все. Это не прокатит однозначно. Давайте сейчас поставим место той же самой смерти, просто протестируем, я вам покажу заклинательницу. Так, пополнить. Герой. Где там наша заклинательница? Она, конечно, классно, но ей юнитов снимать, да, а вот урон наносить, все-таки Анубиса 10% от здоровья, это очень много, это очень круто. Поэтому ей далековато, да, Анубиса. На начальных подземках, возможно, да, но дальше она не особо мне нравится. Ну, если у вас нету Анубиса, это самое лучшее будет. Самая лучшая замена. Так, поехали. Посмотрим на нее в действии. А я не успел. Не успел. Завтыкал немножко. Было бы, кстати, неплохо хранителю поставить. Вот видите? Он бьет, но он бьет 600 тысяч всего. Дух. Он Анубисов не сольет. Очень быстро. В этом и проблемка. Будет, но если позадротствовать, в принципе, можно. Я же говорю, как вариант, да, при максимальном бафе, как у нас тут при разгоне, давайте еще один заходик. Вариант есть.
Хотя это подземку можно и на пару звезд пройти, и дальше фармить, дальше у вас по-любому появятся топовые герои, либо новых им введут. Так, есть. Побежали. Раз, два. Начиная с тыковки. Заморозка. И спамим юнитами. Можете увидеть, да, бьет 400, 600. То есть он... Вот он начинает. Разогнался. У него урона не столько далеко, как у Нубиса. Все, мы застопорились 5%. То есть на 3 звезды в этой подземке, честно говоря, заклинательница, ну, не особо. Не нравится она мне. В принципе, все. Потом буду показывать другие составы, варианты возможные. На данном этапе я хотел вам именно эти показать составы, то есть, чтобы вы могли себе определиться. Смерть, думаю, у многих есть шапка, у донатных игроков есть. Если у вас есть и то, это тоже хорошо, можете и таким составом пробовать. То есть, пройти эту подземку очень легко. Все, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!